А теперь должен король быть все-таки. Я не знаю, я его не помню. Я Ю из Китая. Ну, бицепсы, как вы видите, и они одевают на бицепсы почти на коленки, как мы говорим. Наверняка у него будут эти приходы сложные после сальто на предплечье. Это очень больно. Так, двойной сальто вперед выполнил. В предплечье как раз. Или еще раз на предплечье, правильнее сказать. Конечно, видите, он все время приходит на эти бицепсы. Это же не один раз, а 121 раз надо сделать. Ух, как! И с какими поворотами, чего только не вытворяют гимнасты. За борьбу под солнцем, за место под солнцем. Вот, двойной сальто назад согнувшись. Понимаете, какая инерционная скорость, и все равно тебя припечатывает на эти... Я так предполагаю, вдруг немножко болят эти предплечья. А он силой воли большой надо обладать, чтобы не пищать. Ну, уже и пора заканчивать. И вот двойной сальто с поворота. Безусловно, он по технике очень высок. Я хочу сказать, высокая техника исполнения. И оценка будет, естественно, выше, чем у предыдущего японца. И, я предполагаю, чем у турка. Пока он, естественно, первый. Предположения мои. Ну, мы с вами, я так надеюсь, вы мне немного должны доверять, потому что я сама из этой серии, из гимнастической. С большим опытом судейства. О, сальто вперед с поворотом на 360 группировки. Кстати, так, развернуться и опять попасть в этот проем между двумя жердями, чтобы не зацепить краем. Это же может нарушиться темп или вообще касание такое. Сразу приобретаются ошибки. Вот это красивое, эффектное начало махом. Вперед, прям сразу выпрыгивает на середину жердей и стойка. Композиционно это красиво. И нет, и как стартовый выход мне это очень нравится. И вот этот соскочек так аккуратненько и чуть-чуть утихомирил свое приземление. Аккуратненько.